Здравствуйте, друзья! С вами канал Я по радуге босиком. Друзья, я сделала сейтан, то есть это мясо, э, растительное мясо из пшеничной муки. И когда там вымываем тесто, вот смотрите, с этого крахмала я сварила шикарный кисель. Смотрите, какой шикарный, шикарный кисель. Так что, друзья, не выбрасывайте этот крахмал, который вы вывариваете, вымываете из теста, а варите очень вкусный кисель. А как сделать сейтан из, из пшеничной муки, друзья? Я вам расскажу в следующем видео. А пока подписывайтесь на мой канал, здесь я просто взяла прям воду, которую я выливала. И вот смотрите, прям вот такой шикарный кисель получился. Подписывайтесь, друзья, на мой канал. Пока-пока.